Верховному суду Чувашии сегодня исполнилось 95 лет. С юбилеем судебный корпус поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Стражи закона, профессионалы своего дела, гаранты стабильности в регионе. Все это о тех, кто сегодня отмечает важную дату в истории правосудия. Верховный суд Чувашской республики занимает достойное место в судебной системе Российской Федерации. В коллективе работают высококвалифицированные судьи и специалисты, имеющие большой практический опыт. Они достойно выполняют поставленные задачи. На основе закона принимает решения, играющие судьбоносные значения. За 95 лет в архивах Верховного суда Республики накоплены тысячи томов дел. Нынешние вершители закона не забывают о профессиональном опыте коллег-ветеранов, но и постоянно совершенствуют систему судопроизводства. Представители судейского корпуса всегда отличали принципиальность, честность, верность гражданскому и служебному долгу. Сегодня Верховный суд активно претворяет в жизнь судебную реформу, повышая качество работы судов, формирует эффективную судебную практику по рассмотрению наиболее сложных дел. Выражаю вам признательность за самоотверженный, ответственный, неустанный труд на благо республики и нашей любимой России.